Молочный конфликт в Карелии продолжается. Впервые за столом переговоров собрались представители республиканской власти, хозяйств Ильинска и Мегрига, а также компании «Славма» и Аланецкого молочного комбината, чтобы обсудить изменения закупочных цен на сырое молоко. Цена на сырье сейчас на минимальном уровне. Если условия договора не изменятся, то экономическое положение Ильинского и Мегриги сильно ухудшится. Из-за подорожания кормов, топлива и электричества совхозы работают практически в убыток. По итогу совещания стороны не пришли к единому решению, но договорились продолжить переговоры в ближайшие дни. В зависимости от того, в какой мере наши предложения по корректировке будут осмыслены, приняты, отвергнуты, либо скорректированы, мы проведем еще одну встречу, в рамках которой мы придем уже к более конкретному пониманию необходимости внесения этих изменений. Вот, собственно, суть сегодняшней встречи такая. Пока жители республики не заметили перебоев с поставками молока, но если стороны не придут к решению в ближайшее время, молочные продукты карельских производителей могут частично исчезнуть с прилавков.